Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, проверим видео, аудио. Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Мы с вами начнем. Так, первый плюсик есть, да, значит, все работает. Напомню, что цель нашего обзора, основная цель – понять, какие сейчас формируются тренды на рынке и, соответственно, действовать в направлении этих трендов. Если мы контртрендовые трейдеры, тем не менее, нам нужно знать, какие тренды, чтобы можно было работать против этого тренда на разворот. Мы рассматриваем движение валютных пар в рамках торговых стратегий. У нас есть три торговые стратегии, которые призваны брать тренд консервативно, агрессивно и потенциальную точку разворота тренда тоже ловить. Вот, исходя из этого, мы с вами рассмотрим те движения, которые сформировал рынок. Итак, наша первая валютная пара – это евро-доллар. И первая торговая стратегия – это стратегия, которая называется «ленивец», как раз которая берет тренд в консервативной форме. Напомню, что мы специально рассматриваем несколько торговых стратегий и несколько валютных пар, потому что наша цель – как раз создание портфеля стратегий для того, чтобы получить достаточно плавную кривую роста наших денег по балансу. То есть если мы используем много стратегий, то мы можем этого добиться с точки зрения именно диверсификации. Но это, как говорится, то, к чему мы должны прийти в конце. Ну а с точки зрения уже конкретно этой стратегии, что произошло, давайте смотреть. Значит, евро-доллар сейчас в моменте находится в нисходящем тренде, в его коррекционной фазе, то есть пошла коррекция. Вот у нас развивается тренд нисходящий, цены находятся ниже средней 120 часов на часовом графике, это 5 торговых дней, 1 торговая неделя. Вот мы находимся ниже этой средней. И вот здесь у нас есть 24-периодная средняя, это средняя за 24 часа, то есть это 1 торговый день. И вот мы с вами сейчас ушли выше 24-периодной средней, то есть глобально мы идем вниз, но в моменте вот повышаемся. Это наша ситуация, в каком плане, что нам нужно это повышение для того, чтобы мы могли идентифицировать коррекционное движение. Вот давайте посмотрим. Минимумы понижаются, идет нисходящий тренд. Дальше нам нужны повышающиеся минимумы, которые подтверждаются индикатором MACD. У нас таких минимумов. Вот. Раз, два, три. И, в принципе, вот здесь рынок формирует нам ту самую коррекцию, которую мы будем ждать на пробитие. То есть вот у нас минимум раз, минимум два, минимум три. Здесь даже сформировался такой вот канал. Восходящий. Ну и его нам нужно, чтобы цена пробила этот канал. Так, сейчас, да. Угу. Чтобы пробил этот канал, и тогда мы будем вставать в шорт. Шорт у нас происходит именно в момент пробития. То есть мы мыслим таким образом, что да, сейчас в моменте развивается коррекция, но если это действительно тренд, то есть если тренд продолжится, то мы после того, как закончится коррекция, должны увидеть новый тренд. Ну, например, как это было вот здесь. Вот была коррекция, новый трендовый импульс. Если же трендового импульса не будет, значит это уже либо ослабление тренда, либо может быть смена тренда, и нам нужно будет выходить по стопу. То есть это означает, что вот если мы зайдем вот здесь где-то, ну, условно, то стоп у нас будет за максимум, предшествующий пробою.
Так что здесь уже нужно быть внимательным. Это может произойти сегодня. Если евро-доллар такими же темпами продолжит расти, он, конечно, придет, ну, может прийти к средней и просто сменится тренд. Но пока этого не произошло, и мы в любом случае рассчитываем на продолжение нисходящего тренда. Так что ждем точку входа по евро-доллару. Так, далее. Вторая стратегия — черепаха. Здесь у нас тренд нисходящий по евро-доллару начался еще вот 1 марта, свечка час. Вот пошло движение, мы коснулись нижней границы канала, потихоньку-полегоньку движемся вниз. Была вот тут приличная коррекция, ушли выше средней, но потом обратно ушли вниз. Продолжили движение тоже чуть-чуть, вылезли опять вниз. То есть такой приличный нисходящий тренд мы здесь наблюдали. Но вот сейчас, видите, тоже цена поднялась выше средней, и это для нас плохой показатель. В каком плане? Что нисходящий тренд ослабевает. Если нисходящий тренд ослабевает, значит, мы уже, как говорится, не можем рассчитывать на, ну, пока в моменте, да, вот на то, что прям уж такой он сильный. Если цена коснется верхней границы канала, это уже будет означать смену тренда. Поэтому вот эта территория между средней и верхней границей канала, это для нас очень такая неприятная территория, потому что тренда, как мы говорим, нисходящего уже нет, то есть он ослабел, а восходящего еще нет. Поэтому вот здесь такое время очень своеобразное, когда приходится выжидать, пока цена, ну, либо снова не опустится ниже средней, либо уже, как говорится, кто вот любит FIBA, кто любит отскоки, торговать на отскок. То есть когда мы видим движение, и нам приходится... Так, сейчас, секундочку, тут у нас... Так, 23,6. 23,6 уберем. Так, и 76,4 тоже уберем. Так, 1,27. Вот. То есть, либо тогда приходится торговать отскоки. То есть, когда цена вот возвращается, 38,2, чуть-чуть до 50 не дошла, пошла вниз. Здесь то же самое. Вот у нас есть трендовое движение последнее после вот этой, начала вот этой коррекции. Вот тоже 38,2 цена, 56,18 как раз эта область. Но, как мы знаем, очень тяжело психологически вставать вот на росте цены, потому что это получается лезем против от текущего движения. Но если вот FIBA отработается, то есть она вот пошла на этот импульс, прокорректируется 38,50, 61,8 и снова пойдет вниз, ну, может, до 61,8 даже не дойдет, то есть вот в идеале она вот если бы здесь бы сейчас развернулась, это было прям вообще шикарно. Но это уже, как говорится, кому как, да, вот кто готов психологически торговать эти отскоки, то вот здесь тоже появляются точки входа. То есть вот 38,50, самая крайняя точка 61,8. Но там уже близок канал, там уже близка смена тренда, уже опасно заходить. Вот 38,50 самые нормальные точки входа. Так, это у нас евро-доллар. То есть резюме такое, что тренд нисходящий, но он слабеет. Входить можно только на коррекции. То есть пока пробойные техники входа здесь не будут приносить прибыль. Так, и хамелеон. Хамелеон, мы здесь с вами ждали дивергенцию. И она нас посетила. Стратегия хамелеон ищет, как вы помните, точку разворота тренда. То есть здесь нам нужно понять, каким образом мы будем заходить по зарождающемуся тренду наверх. То есть вот у нас идентификация. Напомню для тех, кто к нам первый раз присоединился, что хамелеон — это точка, это та стратегия, которая ищет точку разворота, подобно тому, как, например, было вот здесь. То есть формируется текущий тренд, все вроде бы казалось прекрасно, хорошо, замечательно, цена растет, но хамелеон говорит, не так все
прекрасно, как вы думаете. Вот здесь формируется дивер, мы его отмечаем вот так по MACD. И дальше цена очень резво идет вниз. Вот таким образом. И вот здесь тот же самый сигнал получается. Вот цена пришла вот сюда. Минимумы понизила. Вот понижаются минимумы у нас. Вот этот, вот этот. И по MACD, в принципе, отрисовала вот такую картину. Пересекла сигнальную линию, и вот здесь появляется сигнал дивергенции. То есть идентифицировали, и уже даже на там, 20 пунктов отскочили наверх. То есть это вот самая тяжелая стратегия психологически. Почему? Потому что рынок идет вниз опять-таки. И если мы сейчас встаем в лонг на зарождающийся восходящий тренд, то у нас совершенно нет уверенности в том, что этот тренд состоится. И получается, что по цене у нас самые лучшие точки, ну, в каком плане самые лучшие, что если цена реально пойдет в тренд, самые лучшие покупки будут. А если цена не пойдет, то мы просто вынуждены будем остопиться по минимуму. То есть получается, что психологически это игра против толпы. И это, как говорится, не всегда комфортно. Ну и даже, я бы сказал, большую часть времени некомфортно психологически. Так что вот зарождается восходящий тренд в хамелеоне, в черепахе. Потихоньку сейчас вот появляются сигналы на разворот. Ленивец пока, как самая консервативная стратегия, все еще рассчитывает на движение вниз. Если мы здесь увидим смену тренда, ну это в принципе будет достаточно такая постепенно меняющаяся картина. То есть сначала хамелеон показал нам разворот, потом черепаха по каналу даст вход, а потом уже ленивец сменит свое решение о тренде. Так что с евро-долларом сейчас очень неоднозначно. Пока идет вниз, но очень серьезный сигнал на разворот. Далее фунт по ленивцу. Тренд нисходящий. Фунт наконец-таки прекратил свое блуждание в боковике. Вот в этом. Все блуждал, он блуждал, блуждал. Но все-таки отвалился вниз. Отвалился достаточно хорошо. На две, почти 2,5 фигуры. И сейчас вот здесь, видите, в таком боковике замер. Тут картинка у нас, вот мы отрисовывали тоже коррекцию. Он, видите, его здесь очень поколбасило туда-сюда. И в итоге он замер. То есть вот, это, вот этот пробой был не таким, как нам хотелось. Вот. Мы здесь тоже отметили коррекцию. Вот, раз, два. Мы сказали, помните, что нам нужна вот такая, желательно, более под большим углом коррекция, ну, то есть почти плоская такая вот. Ну, вот эта плоская коррекция, видите, она продолжила быть плоской. То есть туда-сюда его поболтала. И он все-таки вот так здесь продолжает гулять. То есть с точки зрения пробоя этой коррекции ничего у нас не реализовалось из того, что мы ждали. Пробой вниз, стоп вот здесь, туда-сюда, вот движение кверху к стопу происходит. То есть здесь стоп-лосс. Фунт нас кинул в этом плане. Пошел в тренд, отрисовал коррекцию, но замер. Так что не очень хорошо пока фунт себя ведет в рамках этой стратегии. Ну, как говорится, что делать? Это рынок. Если мы с вами хотели надеть розовые очки и сказать, что да, там, мы все знаем, будущее, куда он пойдет, как он пойдет, ну, как говорится, мы, благо, этим не занимаемся. Так вот, по черепахе картина пока стабильная. 24 февраля начался нисходящий тренд, и все еще продолжается. То есть здесь фунт стабилен.
Сначала он пошел на 106 пунктов, потом откорректировался, потом 219 и так далее, и так далее. Вот здесь уже 260 пунктов, то есть сейчас у него движение 235. Он до сих пор находится в этом нисходящем тренде, поэтому ленивец по фунту дает стоп-лосс, черепаха по фунту, благо, находится в нисходящем тренде. Если у трейдера хватило сил отстоять весь этот тренд, ну или, по крайней мере, до текущей точки, вот у нас точка входа, вот, хотя бы до текущей точки, то 235 пунктов можно смело закрывать, и все. Но если, конечно, трейдер не закрылся раньше, очень велика вероятность, что просто психологически трейдер закроется. Я, по крайней мере, не могу порой так отсидеть так долго эти тренды. То есть закроешься раньше, а потом он дальше идет, ну, как говорится, смотришь, потом его провожаешь взглядом. Так, хамелеон. Нужен дивер нам. Здесь у нас очень кривая гистограмма MACD, и дивер здесь у нас отсутствует. Даже немножко понижаются минимумы, поэтому по-прежнему по фунту, по хамелеону ловить нам нечего. То есть зарождающегося тренда мы никакого здесь не видим. Так, доллар-иена. Доллар-иена, благо, нормально себя ведет. Ну, как вот мы и говорили в начале, то есть важен портфельный трейдинг. То есть, ну, пусть там какая-то валюта даст стоп-лосс. Ну, да, но какая-то даст тейк-профит. Вот иена в этом плане нас спасает. То есть у нас вот, вот здесь была коррекция, мы ее идентифицировали. Вот после нее пошло достаточно хорошее движение. Ну, оно, может быть, относительно небольшое в абсолюте, но очень гармонично вписалось в этот тренд. То есть вот у нас стоп-лосс 13 пунктов, 26 тейк-профит. Вот у нас первый 26. Дальше, соответственно, мы... Ну, я напомню, что по этой стратегии мы с вами ставим тейк-профит 1 к 2, 1 к 3, к 4. То есть получается, что мы разбиваем позицию на три части. Вот. И у нас получается движение по, ну, то есть по тейк-профиту 1 к 2 сначала фиксируется, потом 1 к 3, потом 1 к 4. То есть получается, что мы 26 пунктов вот здесь берем. Дальше 39 у нас вот здесь получается, и, соответственно, как раз 55 он сходил, вот, 54, 55, вот 52 пункта они, собственно, как получилось, как в учебнике он, так сказать, их отработал. Вот такая картина, что доллар-иена пошла, благо, в нашу сторону. Сейчас в моменте тоже корректируется, то есть тренд восходящий сохраняется. У нас есть вот здесь самый пиковый максимум. Есть вот этот максимум, подтвержденный индикатором MACD, и вот этот. Фактически у нас здесь сформировалась еще одна коррекция по вот этим максимумам. Причем вот тут мы ее отрисовали, а вот тут она прям подтвердилась. То есть получилось, что она сюда пришла, отскочила. И даже вот здесь четвертый раз подтвердилась. И вот сейчас как раз прям пробивает. Вот сейчас формируется точка входа. Стоп-лосс за минимум, предшествующий пробою. 10 пунктов, если вот этот минимум. Или 13, если вот этот. Когда цена проходит величину стопа в нашу сторону, 13 либо 10 пунктов, то мы переставляем стоп без убыток. Вот сейчас как раз происходит пробитие. Так что доллар-иена очень даже себя нормально пока показывает. То есть вот восходящий тренд, три коррекции. Ну, третья пока вот еще неизвестно, отработается или нет, но три, две уже до этого вот нормально сходили. Так, это вот у нас доллар-иена ленивец. Доллар-иена черепаха, пока все стабильно. 28.02.23 начался восходящий тренд хорошего качества. Против нас цена вообще не ходила.
Ну и вот он до сих пор вот идет, 176 пунктов, 178. Сейчас вот пробило нижнюю, вернее, пробило вот эту среднюю. То есть вот обратите внимание, все это время цена вообще не касалась средней. То есть был очень такой шикарный, отличный тренд. Но вот здесь все-таки коснулось. То есть сейчас вот этот тренд уже заканчивается. Очень узкая волатильность. То есть по-хорошему все, надо сворачивать лавочку в этом тренде, если еще вы в нем стоите. Уже можно выходить, потому что, видите, очень слабый тренд. Уже нижнюю границу сейчас коснется, уже в нисходящий будем думать, как зайти. Так что доллар-иена по черепахе свой тренд завершает. Дальше здесь мы ждали возможную дивергенцию. И она, в общем-то, даже появилась. Она, конечно, такая очень пологая, но все-таки есть. Вот, цены выросли. Максимум повысился. И вот здесь она вылезла все-таки выше этой средней сигнальной линии и пошла вниз. То есть она формально выполнила вот это условие смены тренда. Хотя, почему формально? Потому что вот очень уж так слабенько выражен этот максимум, такой очень легенький. Нам бы так почетче, чтобы он был выражен, было бы, конечно, хорошо. Но в любом случае мы для себя отметим этот максимум. Тут, конечно, вот самая, представьте, такая некомфортная картина. Вот здесь идентификация дивергенции. То есть вот отсюда, при таком диком росте, вот отсюда нужно поверить в нисходящий тренд. Ну и что интересно, сейчас оно даже пока и реализовалось. На 35 пунктов она от этого уровня уже отвалилась. То есть от уровня идентификации дивера, я уж даже вот так чуть полевее возьму. Вот. То есть ну, вот, ну тоже те же самые 35 пунктов. Тут она просто уже такой вот как раз хвостик нарисовала. И все. И вот сейчас уже ждем нисходящий. То есть вот насколько, представьте, это некомфортно трейдерам, стоять в этом шорте. Вот здесь. Так что доллар-иена нас может либо приятно порадовать, ну, либо остопить. Доллар-канадский доллар тоже радует трендом. Здесь тоже была коррекция, хорошо отработалась. Но дальше, видите, просто растет, и коррекции у нас нету, к сожалению. Коррекции, к сожалению, нету. То есть тут уже нам приходится выжидать. Ну, вот тут, по крайней мере, вот сейчас только появляется, то есть вот до этого момента, видите, он рос. Вот сейчас потихонечку такая вот появилась. Как раз в виде такого вот канала. Смотрим, очень много максимумов по MACD. Вот канал. Вот сейчас тоже будет пробой. Это психологически тяжелый вход. Почему? Потому что цена уже находится в тренде. 266 пунктов. И если нам хочется заработать хотя бы пунктов 50 или там может быть 100, это значит, нам должно пройти еще 100 или 50, ну то есть не 260, а 360. То есть это уже такой очень серьезный тренд. Поэтому, конечно, вот тут судьба этой сделки очень сомнительная под вопросом, но просто холостой может быть, она может сейчас дернуться потом. В нуле нас выбить, ну или вообще тут загулять, остопить, да. Но это, как говорится, не нам сейчас решать в том плане, что мы не можем тут контролировать движение цены, мы можем только решить, будем ли мы на этот пробой торговать. Значит, пока не состоялся, но когда и если он состоится, то решение о сделке мы принимаем. Ну а дальше уже, как говорится, как рынок отрисует движение цены, так и будет. Так, далее. Черепаха по канадцу. Все то же самое. Тренд восходящий, пока хороший. Символически вот коснулись среднюю, снова от нее отскакиваем. Он у нас еще 27 февраля в час начался. Вот она блуждает в восходящем направлении. Вот 274 пункта. То есть, если кто, у кого тоже, вот трейдер, у которого хватило воли отстоять вот этот тренд с точки его начала, ну, тот молодец. Он уже сейчас зафиксировался. Тоже здесь диверок себе идентифицировал, вышел и все, и расслабился. Какой диверок? Вот этот диверок, вот дивер.
Тут тоже цена вылезла вот сюда. Вот тут происходит идентификация дивера. По сути, можно смело фиксировать все, что здесь стоит по тренду. И все. И дальше гори оно все синим пламенем. Даже если пойдет выше, свою прибыль трейдер уже взял. Вот хамелеон, соответственно, нам зарождает нисходящий тренд. Очень такой дивер, конечно. Но обратите внимание, здесь даже голова и плечи отрисовалась на самой MACD гистограмме. Вот. То есть это прям как тут, по гистограмме голова и плечи лучше, чем в учебнике. Вот такая картина. И вот здесь мы идентифицируем дивер. Ждем движения вниз. Но тут такая надежда очень призрачная. То есть если сейчас вот ему буквально там вот наверх 13 пунктов пройти, он может легко это сделать, он просто сломает этот дивер и все. У него сейчас, видите, есть такая тенденция. Поэтому тут рассчитывать на этот дивер не особо приходится. Тут уж совсем такая, то есть по цене даже никакого минимума не было. То есть тут уж совсем такая даже не то что дивергенция, даже не дивергенция, а такой... получается бешеный рост, что он прям сглаживает это движение. То есть тут дивером-то особо это назвать нельзя. Но все равно отметим, уж очень картинка красивая, голова и плечи прям отрисовывается. Но посмотрим, насколько она будет эффективная. Скорее всего, она все-таки не будет эффективная, но ну, в том плане, что скорее всего максимум пробьет, уж у него есть такая есть тенденция. Но, как говорится, рынок бывает сюрпризы преподносит. Так, ну вот в целом-то у нас и все пока. Напомню, что цель наша — это получение плавно растущей кривой капитала за счет диверсификации по стратегиям и по инструментам. То есть вот поэтому мы рассматриваем 4 валютные пары и целых 3 стратегии. Такая вот кривая нам нужна, чтобы она продолжалась. Это вот у нас за февраль, вот чтобы такая была не только за февраль, а за март и за апрель. Ну и как, чем дольше, тем лучше. Так, ну в целом все, коллеги. Будем надеяться, что евро, доллар, фунт, доллар тоже порадуют нас трендом. Сейчас пока иена и канадец нас радуют. Но все-таки сегодня пятница. Мы знаем, в пятницу бывают сюрпризы. И будем рассчитывать на то, что эти две валюты тоже подтянутся в нашу трендовую корзину. Что ж, коллеги, на этом все. Тогда встретимся с вами уже в понедельник. Желаю вам хорошо провести выходные. И у нас в понедельник обзоры эти будут в 4 часа дня, в 16:00. А уже через неделю, как всегда, в 10:30. Все, до встречи. В понедельник с вами был Дмитрий Слепцов. Пока.